В течение всего сентября на территории России проходит акция «Поделись своим знанием». В Карачаево-Черкесии организатором встреч известных людей с молодежью выступает филиал общества «Знания». На одном из таких занятий в Республиканском педагогическом колледже побывал Артур Мхце. К появлению профессии учителя и учебных заведений, как полагают историки, привела необходимость. А в чем это была необходимость? Это что надо было передавать? Опыт и знания. И когда появился опыт и знания, то появилась необходимость передачи этого опыта. В Республиканском педагогическом колледже идет необычный урок. Внеклассное мероприятие для воспитанников учреждения проводит министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Она рассказывает учащимся о наставнической роли педагога, о том, чему он может научить других. Причем достойным примером, возможно, станет их собственный куратор. Дети поступают к нам после школы, ну, еще дети, и им действительно требуется и период адаптации, и становления. Они после школы, придя в колледж, они быстро взрослеют. Эта встреча стала одной из многих, которые на территории нашей республики организует филиал Российского общества знания. Внеклассные мероприятия для молодежи проводят люди, которые имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, которым есть что рассказать, чем поделиться с воспитанниками образовательных учреждений. Мы подключаем всех известных людей республики, регионов, страны. Это и государственные деятели, известные спортсмены. То есть известные люди, чтобы, ну, так сказать, обогатили наших детей знаниями, чтобы поделились, чтобы передали что-то полезное, чтобы воплотить это потом в жизнь. Возможно, кому-то из слушателей таких лекций пригодится опыт наставника, и они захотят, воспользовавшись полученной информацией, достичь больших успехов. В этом и есть главная цель акции «Поделись своими знаниями». Помочь молодым людям поверить в себя, в то, что при должном подходе к делу можно добиться многого. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.